Сегодня мы направимся туда, куда турист, направляющийся на высокогорное озеро Иссык-Куль, обычно не заезжает. По сути, это место остается самым неизвестным для многих. Но мы решили заглянуть сюда, ведь слухи о существовании таинственного города дошли и до нас. Итак, 150-й километр автотрассы Бишкек-Каракол, Баумское ущелье, долина Коно-Черек. Среди гор и пересохших рек раскинулся город ветров Конорчек, природная галерея с множеством фантастических каменных скульптур. Чтобы добраться до этого города, по скальным лабиринтам идете около часа и неожиданно оказываетесь в совершенно другом мире природы. Перед вами скалы, колючки и немногочисленные растения. Если присмотреться к ним, можно угадать причудливые формы истуканов, фараонов, животных, безруких монстров с огромными головами на худосочных шеях, гигантских грибов, наземных колонн и шпиль, будто спроектированных для тематического парка, и все, что подарит вам ваше воображение. Именно глинистые скалы красного цвета, имеющие причудливые формы, ежегодно привлекают сюда множество туристов. Если вы решите пробыть в этом ущелье несколько дней, то, поднявшись выше, вверх по каньонам, вы увидите потрясающую панораму всех каньонов. Перед вами откроется страна Иоловых каньонов. Вода, заполняющая трещины во время нечастых гроз, превратила склоны возвышенностей в лабиринт остроконечных гребней, низких гор, округлых куполов, пирамид и колонн. Если смотреть издалека, этот ландшафт более всего напоминает раскинувшиеся среди гор руины античных строений. День за днем, век за веком, ветер вместе с другими строит здесь свой город. Горные породы здесь в основном кирпичного цвета, вместе с коричневыми, бурыми, розовыми и почти белыми прожилками. Результат выветривания различных смесей минералов. Панорама долины завораживает. Когда перед нами встает весь Иоловый город, создается ощущение, будто ты попал в совсем иной мир. В мир молчаливых гигантов, утопающих в мертвой тишине. И лишь ветер насвистывает свои мелодии, меняющиеся каждый день. Всю долину омывает одна река. У самого берега реки терраса, от которой вглубь гор прорезаны каньоны улиц. По ним, впадая в Конор-Черек, стекают ручьи жидкого шоколада. Прежде чем раствориться в бурном потоке, шоколадная часть реки, двигаясь в едином потоке, еще долгое время сохраняет автономию цвета. Подул ветер, он понес в Иоловый город песчаную поземку. Здесь сразу чувствуешь, как твердые песчинки больно бьют в лицо. Вот еще один ваятель, архитектор Иолового города. Именно песчинки, кажущиеся невесомыми, частички гранитов, кремния и других твердых пород, ударяясь о поверхность скал, оставляют на них незаметный для глаза след. Каньоны Конорчек – уникальные места, единственные в Центральной Азии. Его можно сравнить с Гранд-каньонами Колорадо в Америке. Вечный, как многочисленны твои дела! По своей мудрости ты их сотворил. Земля полна твоих созданий.